поговорим об ораторском искусстве. Как увеличить качество ваших выступлений? В этом видео я поделюсь с вами тремя заповедями, следуя которым вы сможете заметно увеличить качество ваших выступлений. Во-первых, хорошо подготовьтесь. Во-вторых, привлеките внимание. И в-третьих, позитивно закончите. Держите в фокусе эти три правила, и вы увидите, как качество ваших выступлений растет на глазах. С вами был Антон Деркач. Если эта информация интересна или полезна для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.